Сегодня в программе «Технологии жилья». Испытания на себе. Уральские ученые живут в доме, который сами и придумали. В 20 километрах от Екатеринбурга есть чудо-дом, который построен на основе бывшего коровника. И живут в нем ученые Уральского федерального университета, которые добровольно и на собственном примере решили показать всем, что такое энергосберегающие инновации и технологии. В гостях у экспериментаторов побывали наши коллеги с Урала. Это, пожалуй, его лучшая научная работа, признается доцент Уральского федерального университета Владимир Велькин. Вместе с тремя коллегами кафедры атомных станций и возобновляемых источников энергии в 20 километрах от Екатеринбурга они построили чудо-дом. Зимой батарея в нем нагревает вот этот тепловой насос, специальным зондом, забирающий тепло земли с глубины в 40 метров. Горячую воду в краны поставляют солнечные коллекторы, с помощью солнца нагревающие жидкость до 65 градусов. Электроэнергией здание снабжают три ветроустановки и 80 солнечных батарей, заряжающих два гелиевых аккумулятора. Вот эта вот система, которая составляет примерно 400 ампер-часов, позволяет обеспечить все минимальные потребности дома. В первую очередь это освещение, это связь, это телевидение, это автоматика газовых котлов. Вот так выглядело это место в 2001 году. Полуразрушенный коровник 18 лет простоял заброшенным. Его и прилегающие 3 гектара территории ученые в складчину выкупили за 400 тысяч рублей. На протяжении 4 лет все свободные деньги они вкладывали в строительство и оснащение его альтернативными источниками энергии. Когда в 2005 они предложили переехать сюда своим семьям, жены ученых сочли, что это явно не от большого ума. Ощущение, что этот проект нереальный, и то, что мы видели тогда, то, что там был разрушенный коровник, забытый, там 15 лет на него никто внимания не обращал, кормораздаточные лотки, казалось нереальным, что даже вот это все можно во что-то воплотить, ну вот в такую вот идею. Сейчас дом поделен на 8 двухэтажных квартир, каждая площадью под 300 квадратных метров. Помимо ученых, сюда переехали их друзья и знакомые. Мы настроили второй этаж, естественно, сделали соответствующую санитарную обработку специальными методами, которыми владеет Уральский федеральный университет. Это ультразвуковая обработка. Ну и каждый создал здесь для себя те условия, которые, по его мнению, значит, ему интересны, нравятся. Совсем от электричества извне отказаться все же не удалось. Энергозатратная техника, такая как стиральная или посудомоечные машины, подключены к обычной электросети. Зимой для обогрева второго этажа используют газовую колонку. Но идеал, к которому стремятся ученые, перевести дом на полное самообеспечение и распространить свой опыт среди других жителей области. Уже сейчас довольно много людей обращаются к нам в Уральский федеральный университет, в Центр возобновляемой энергетики с просьбой о консультации. Сегодня дом используется еще и как научное пособие, на примере которого студентам профильной кафедры УРФУ демонстрируют то, как можно использовать альтернативные источники энергии. И на деле доказывают, что хотя чудес в науке и не бывает, но научный подход может творить чудеса.